Всем привет, с вами Петр Семилетов с очередным выпуском Turbo. От рекламных игр редко стоит ожидать чего-то интересного, но в случае с Donald Land можно с большой натяжкой сказать, что она рекламирует сеть фастфудов McDonald's. Скорее наоборот. И, наверное, заказчики не раз прокляли разработчиков за созданный ими шедевр хардкорных игр. Я столкнулся с Donald Land в 90-х. Опять же, не потому, что она мне понравилась, а просто в магазине, где я менял картриджи с доплатой, не было тогда ничего более интересного. Подумалось, поиграю в убогонькую бродилочку 1988 года выпуска. Убогонькая бродилочка захватила меня так, что я прошел ее несколько раз. Причем оно того стоило. В игре несколько концовок, выбираемых, вероятно, случайным образом. Выпущена она была компанией Data East, про игру Havoc, от которой для Sega я рассказывал в предыдущем выпуске Turbo. В Donald Land повествуется о приключениях знаменитого клоуна Роналда Макдоналда, которого в Японии зовут не Роналд, а Доналд. Доналд Макдоналд получается. Такая смена имен произошла потому, что в Японии более известен педагог 19 века Роналд Макдоналд, обучавший японцев английскому языку. Если подождать при заставочном экране, вам покажут анимацию, где преступный клоунский синдикат Гамон похищает друзей клоуна Дональда. Я не знал о вступительной анимации до тех пор, пока не занялся съемкой этого выпуска Turbo. Один из программистов игры, Сеичи Ишии, позже работал над Tekken, Tekken 2 и Virtua Fighter. Художники Казуя Абимацу и Акира Кандо работали над Робокопом 89 года, а последний также над игрой Captain Silver, про который я, возможно, еще поведаю в одном из следующих выпусков Turbo. Но давайте посмотрим на Donald Land. Поначалу игра кажется детской и простой, хотя сразу же ощущается совершенно дурное управление. Вернее, непослушность персонажа. Здесь она куда выше, чем, допустим, в Castlevania. Методом тыка обнаруживается длинный прыжок и бег. Оказывается, для этого надо удерживать клавишу выстрела при движении. Выстрел производится яблоком. Но если клоун и при ходьбе тормозится не сразу, то при беге он старается продолжить движение. Прыжки с разбегу в этой игре часто приводят к смерти. Прыжки без разбега тоже, получается, недолет. Некоторых врагов клоун может убивать прыжком на голову, а некоторых не может. Боссов надо поражать яблоками. Яблочки у клоуна со взрывчаткой. Между уровнями можно отовариваться в Макдоналдсе, причем я так и не понял, зачем покупать там продукты из меню фастфуда. Зато в следующем экране продаются уже нужные в игре пополнялки. Из города мы выходим на довольно живописную природу. Впрочем, довольно быстро проявит свою злокозненность, непослушность персонажа. Уровень, да и вообще игра сделана с выдумкой. Взять хотя бы вот этот пиратский корабль, который стреляет ядрами, и надо прыгать на поднимаемых ядрами фонтанах воды. Надо ли говорить, что в конце каждого уровня вас ожидает босс? Кстати, где бы вы ни погибли, вы возрождаете в самом начале уровня. Не под уровня, а именно уровня. После одного леса снова лес, над которым, судя по обрезанным веткам, немало потрудились какие-нибудь благоустройщики. Затем вы летите по небу на воздушном шарике. Уровень достаточно простой, если держаться верха экрана.
В обзорах игры недоумевают, почему Donald Land не вышел за пределы Японии. Я думаю, на то много причин, одна из которых вот эти ангелочки с нимбами. Ну, может, это и не ангелочки, но весьма похожи. А поди выпусти на европейский или американский рынок игру, где надо истреблять ангелочков. Долго ли коротко наш клоун прилетает в замок, где ему надлежит сразиться с драконом. Для платформы NES, да еще в 88 году, это более чем классная графика. Далее какая-то арабская страна. Уровень называется Oasis World. Пальмы, минареты, загадочные враги, похожие на главного героя игры Loom от LucasArts, выпущенной позже Donald Land в 90 году. В конце будет босс, летающий скелет огромной змеи. Как для, по идее, детской игры, Donald Land получилась довольно мрачной. Посмотрите, как тщательно нарисованы следы крови на черепе змеи. Следующий уровень – мрачные пещеры, где придется много прыгать, а учитывая, насколько это смертельное занятие при дурном управлении в игре, следует ожидать траты жизни. Босс какая-то одноглазая морковка зубами и рогом. Победив ее, мы попадаем в Pond World, мир пруда, или прудовый мир. Очень красивый уровень, где вас подстерегают крокодилы и тормозящие движения прилипалы. Также в арсенале препятствий снова прыжки, еще более сложные, чем в пещерах. Некоторые места просто невыносимы. Благо, в конце простенький босс, которого или которую достаточно закидать яблоками. Затем мы прибываем в гавань. После нее водный уровень. Я не помню, каково игралось в нем на Денди, но на эмуляторе это какой-то ад. И не знаю, то ли списывать на эмулятор, то ли на игру. Чтобы передвигаться, надо плыть. Так вот, единичное нажатие на кнопку грибка вызывает лишь судорожное движение клоуна и никак не его перемещение. Чтобы он в самом деле поплыл, надо удерживать одну из кнопок турбо и смещать крестовину. Но даже в таком режиме клоун плывет более чем странно. Несмотря на это, игра продолжает радовать продуманностью. Из рта клоуна поднимаются пузырьки, ядра, которыми стреляет пират, взрываются, только коснувшись препятствий. Достигаем таинственного затонувшего судна. Сюда-то нам и нужно. Внутри есть воздух, но паутина на потолке и дыры в стенах свидетельствуют о запустении.
дыры не повторяются, как в некоторых играх, а раскиданы в произвольном порядке. По кораблю шагают большеголовые скелеты, способные зашибить своими черепами. В коридору всюду стоят ящики и бочки. Как известно из старых книг про пиратов, в бочках хранится солонина, а в ящиках, конечно же, сухари. В самом дальнем и темном углу корабля притаился босс-осьминог. Он выпускает смертоносные пузыри. Пузыри замечательно анимированы. Достигнув земли, они сначала сплющиваются, а потом лопаются. Следующий уровень – жутковатый город призраков. Весьма простой из-за того, что не нужно прыгать. Прыжки увеличивают сложность этой игры в разы. За городом призраков находится темный лес, вдали за деревьями на холме возвышается замок, но дорогу туда охраняет босс. Победив его, мы попадаем в этот замок, замок злого клоуна Гамона и его приспешников. Вообще, дойдя до этого уровня, уже полностью забываешь, что игра должна быть рекламной, прославлять Макдоналдс и так далее. На межуровневые фастфуды не обращаешь внимания. Перед тобой просто интересная и очень разнообразная игра 88 года с отличной графикой. В замке нас ожидает несколько боссов, причем довольно сложных из-за необходимости точного попадания, да и не всегда сразу сообразишь, во что надо попасть. Вот этому боссу, например, надо попасть в летающую руку. Последний босс – сам клоун Гамон, или Гамон. Он бросает мячи с вполне реалистичной физикой, причем если вы встанете на мяч, то будете прыгать вместе с ним. Традиционно я не показываю концовку и боссов бы тоже не показывал. Это, я считаю, разрушает ощущения, которые вы получаете от игры, проходя ее сами. Напомню, что в Дональдленде несколько разных концовок, по крайней мере две. В 90-е на приставке я прошел эту игру дважды, видел разные концовки. Сейчас на эмуляторе я прошел ее в третий раз, но уже не помню, какой мультик видел в 90-х, вернее, какие мультики видел в 90-х, поэтому сравнить не могу. Несмотря на сложность в управлении, советую обратить на Дональдленд внимание. Это незаслуженно забытая бродилка того стоит. Кстати, в сети есть ее перевод на русский. Всем пока! Турбо!